Так, хочу заняться пересадить цветы. Мне надо пересадить орхидеи. Вот у меня я покупала вот такие вот два пакетика для орхидеи специально землю. И покупала вот такую вот землю, тоже два пакета. Я сейчас хочу, у меня тут в тазике вот уже есть немножко от старой земля, которую я уже покупала. Я сейчас эти все смешаю вместе. И потом буду в этом растворе, уже в этой земле, как говорится, садить. Сейчас вместе с вами все смешаем и посадим наши орхидейки. Я смотрела в интернете, очень много разные земли всякие делают. Ну вот я хочу смешать один вот такой вот пакетик с землей. Тут тоже вот я заметила, смотрите, есть и корешочки, и всякое такое древесное. И один вот такой вот я тоже хочу смешать. Для орхидей, которые специальные, тоже перемешаю все это, и вместе все это будет. Тут, кстати, и уголь, и все есть. Сейчас все это тщательно перемешаем. И вот этим вот смесью буду садить свои орхидейки. У меня для мини-орхидей вот такие вот горшочки будут. Других я не нашла, к сожалению. Вот, хотя бы такие получаются. У меня две мини-орхидейки. Сейчас я вам позже их покажу. Вот такой вот горшочек. Вот они. А для больших у меня двойные горшочки. Для больших орхидей у меня вот такие вот двойные горшки. Сейчас я вам попозже покажу, какие у меня орхидейки есть. Также я еще в цветочном магазине покупала вот такой вот готовый цветочный грунт. Мне на пару своих цветочков тоже пересадить. Поэтому будем заниматься цветами. Вот, дорогие друзья мои, две мини-орхидейки. Одна вот такая вот фиолетовая. Как-то бы так показать бы вам цветочек сам. Ну, вот так вот, наверное, разверну. Вот она, мини-орхидейка. И сейчас покажу вам вторую мини-орхидейку. Вот такая вот она у меня, беленькая. И корешочки тут более-менее нормальные. Но вот сейчас нам надо будет их размочить. И пересадить. Сейчас я размочу и покажу вам. Так, сейчас я буду размачивать наши мини-орхидейки. Так вот. Вот это у них губка идет. Надо ее убрать полностью. Поэтому сейчас мы будем ее ломать и убирать. Так, все, мы цветок разобрали. Вот такие вот корешочки. Тут есть вот некоторые плохенькие. Сейчас я их обрежу, конечно же. Которые совсем плохенькие. Видите, вот некоторые тут вообще есть плохие. Я не ножницами, а вот так вот руками немножко поотщипываю. А так в целом корешочек более-менее нормальный. И пусть немножко он помокнет в воде. А эту губку просто выкидываем. Видите, какая губка? И также делаем со вторым цветочком. Тоже вот он в горшочке сидел. И вот такой вот он. Сейчас тоже губку эту будем удалять. Thank you.
Вот такой вот корешок у меня получился. В целом корешок, ну, не очень плохой, но есть, конечно, плохенькие места. Плохенькие мы уберем. А так в целом он неплохой. И оставим его в водичке, пусть напитывается. Для мини-орхидей я буду садить вот в такие вот горшочки. Сейчас наложу туда немножко смеси нашей, что мы приготовили с вами. Ну, где-то вот так вот, наполовинку. И буду ставить одну орхидейку. Пусть немножко постоит вот так вот, наверное, в водичке. А потом поставим уже. Так, ну давайте вот с белой начнем, потому что я ее почему-то больше всего хочу посадить, чтобы она у меня нормально села. Так. И сейчас будем засыпать все это аккуратно земелькой. Сейчас засыплю и вам покажу. Так, пересадила я свои цветы. Вот такой вот пересадила цветочек в беленький горшочек. Вот в такой вот. Сейчас только обтеру их, еще и приберу. Потом дальше. Вот такой вот пересадила цветок. Что-то земля вылазит. Только обтереть надо еще горшочек. Сейчас обтеру, уберу дальше. Потом пересадила вот эту вот орхидейку. Вот с таким цветком. Пересадила мини-орхидейку. На эти горшок взяла. Вот эту орхидею пересаживала, от нее горшок остался. И в этот же горшок посадила. Потому что вот этот горшочек что-то мне не понравился. И вторая мини-орхидейка пересажена. И вот эта орхидейка, у которой остался всего один цветочек. Ну ничего. Так, все свои цветы пересадила. Сейчас, извиняюсь, на столе приберусь. Будет частенько порядочек. Ну вот, слава богу, цветы все пересажены. Пишите, какие вы цветы любите. Я вот еще все мечтаю розу купить домашнюю и розу выращивать. Но это уже позже. Пока вот занимаемся этими. И скоро начнется сезон огорода. Надо потихоньку покупать уже семена. Пишите, что вы будете садить в этом году. Будет тоже очень интересно. У нас вечер, я хочу снять вот эту шторку, потому что дети, видите, чай пролили, и смотрите, какая шторка стала. Неаккуратно попили чай, и всю шторку мне загадили. Сейчас сниму ее, постираю, и потом также повешу сразу. Так, всем добрый вечер. У нас вечер, я решила запечь картошку с курицей в духовке. Я мариновала вот эту вот курочку. Вот она у меня тут замаринована. И начистила картошку. Сейчас выберу какие-то приправки. Тут, по идее, кроме разрыхлителя, у меня уже ничего такого-то и нету. Так, а это перец. Так, тут, да, тут только в основном разрыхлитель. И все для выпечки. Сейчас найду приправу и вернусь. Так, решила сделать итальянские травы и для курицы. На картошку именно сейчас наделаю и просто соль добавлю. Перемешаю, а потом сверху курица и в духовку запекаться. Сейчас пока буду добавлять приправы. Так, моя картошка готова. Сейчас накрою фольгой и поставлю запекаться в духовку до готовности. Потом покажу, что у меня получится. Убрала в духовку запекаться курицу.
пока решила здесь поприбирать все. То коврики сюда положить, господи. Все поприбираем. Тарелку сейчас мыть, брошу. Дети вот хлеб отрезали и опять не убрали, и опять мама будет убирать. Сейчас запекем картошечку вкусненькую на ужин, и будет у нас вкусняшка. Так что вот такие вот новости. Ладно, готовим картошку, потом покажу, что получилось. Приготовила вкусный ужин, картошка с курочкой. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну а мы будем кушать.